Съедаем уже больших крабов. Ого, и даже съедаем эти, ребята, траву на дне. Вы только посмотрите. Вот. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также жми на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Поехали! Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Funny Games, и сегодня мы будем играть в игру Tasty Blue, ребятки. Ну что ж, погнали. Раньше мы уже играли в эту игру, но подписчики попросили пройти ее еще раз. Собственно, что мы, ребяточки, и сделаем. Так, ну что ж, ребят, погнали, собственно, давайте начнем с маленькой рыбкой с первого уровня. Так, и что нам нужно делать здесь? Так, мы, как всегда, девочка пошла в магазин и увидела в аквариуме рыбку. Купила она ее и принесла домой, выкинула в аквариум. Так, и дальше у нас получается следующее. Так, и дальше мы видим буквально следующее. А что это мы здесь видим? Ох, ребята, вы только посмотрите. Вы только посмотрите, сколько здесь вкуснятины. Ох, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вах-вах-вах, ребята. Ну что ж, довольно-таки неплохо. Посмотрите, ребятки, как рыба растет, как на дрожжах. Уже большая такая. Так, тут на дне ничего вкусненького не завалялось? Нет, тут ничего нету. Так, давайте вот эту вкуснятину съедим. О, вот это рука, ребята. Посмотрите, вот эта девочка кормит нас. Или это, кто это кормит нас? Какая-то рука нас кормит. Мы уже довольно выросли, такие большие. Ага, ребят, все. Стрелочка нам показывает, что нужно совершать побег в умывальник. Вау, ребята, вы только посмотрите, куда мы попали. Мы попали в вот такую вот трубу. Давайте отсюда будем выбираться. Это канализационная труба, наверное, ребят. Вау, вау, помогите, спасите, куда-то я... Ого, какая рыба. Ой-ой, она меня укусит сейчас. Так, ребяточки, куда... О, ребяточки, я могу кушать маленьких, ребяточки, креветок вот таких вот. Вот, совсем то, ребяточки, то, что мне нужно, чтобы расти большим и... О, крышечки тоже, ребят, смотрите, крышечки я тоже люблю собирать. О, смотрите, я уже всех кушаю, скоро и селедку буду кушать, ребят. Так, рыбу я пока еще не могу, она еще злая, пока кусает меня. Давайте собирать будем, ребяточки, креветок. Вау! Чу-чу. Вау! Чу-чу. Ну что ж, довольно-таки неплохо. Довольно-таки неплохо. Ого! Вы это видели, ребята? Вы это видели, вы только посмотрите. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вау, отлично, дорогие друзья. Отлично, просто супер, ребятки. Мы прошли с вами этот уровень без всяких усилий. Ну что ж, переходим на второй уровень. Здесь нам нужно вот этих уточек посъедать. Но они какие-то, ребятки, не настоящие, а какие-то они резиновые. Так, ну что ж, давайте, ребятки, будем собирать опять креветочки. И тут, посмотрите, вон ракушки на дне. Наверное, мы их будем сейчас тоже кушать, когда более-менее немножко подрастем. Мы сможем и их кушать, да? Да, ребята, посмотрите, все съели, отлично. Довольно-таки прикольно. Так, давайте еще раз съедим, еще раз, еще раз. Отлично, отлично, отлично. Отлично, отлично, отлично. О, ребята, отлично, я утку съел. Ого, сколько уток съел. Я все утки посъедал и все рыбы. И звездочки посъедал, ребята, и банку съел. Вот это да. Отличненько, ребяточки, и второй уровень мы тоже с легкостью с вами прошли. Ну что ж, переходим на третий. Погнали, посмотрим, что у нас здесь. Ребятки, здесь нам пишет, что нужно убегать от большого рака черного, потому что он вас съест. А, укусил только что, вы видели? Еще бы совсем немножко, и он бы меня, ребятки, просто бы схватил. Так, наша задача, ребятки, я так понял, набрать вес и скушать его, чтобы он не успел нас съесть впервые. Так, 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 так. Интересно. Интересно, ребята, довольно интересно. Ой-ой-ой-ой-ой, да что ж такое-то творится здесь? Вы видели, ребят? Я просто-напросто могу упасть и... Что это будет? О, ребята, все, вы только посмотрите. Ха-ха, теперь мы их съедаем. Они не ожидали, что я могу вырасти, да? Вы только посмотрите, какие они вкусные. Посмотрите, какая огромная рыбина уже. Вот это да, вот они. Так, что у нас на дне здесь творится? А? Раки, 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 раки. Вот они, отличненько, ребяточки. И какой это уже уровень мы с вами прошли? Третий уровень мы с вами прошли. Переходим к четвертому уровню. Ну что ж, погнали.
Так, это чайки. Давайте между островами вот так вот будем прыгать. О, это такие ребяточки эти, я так понял. О, смотрите, я могу траву кушать. Ням-ням-ням-ням-ням. Вкусно, очень вкусно. Вот так вот, да-да-да-да, отлично. Вау, ребята. Вы только посмотрите, какая это вкуснота. Какая это годнота, ребята, классно. Супер. Ну что ж, довольно-таки неплохо. Так, ну что ж, погнали дальше. Так, что это? У нас здесь рыбёки. Ого, здесь надувной круг, ребятки, плавает. Видите, какой он большой. Это означает, что я такой маленький. Так, ну сейчас мы вырастем. Сейчас мы быстренько вырастем. Ого, ребят, посмотрите, как я довольно-таки быстро набираю вес. Только что еще был малюсеньким. И тут так быстро стал уже большим. Ого, и звездочки. О, весь мусор съел. И чайку съел. Отлично. У меня только чайки и остается кушать. Потому что больше нечего, в принципе. О, все, ребят, посмотрите. Я вырос еще больше, и камера отдалилась. Все, ха-ха. Все отлично. Круг мы спасательный тоже с вами съели. Без проблем. Ой, что там, ребятки? Это что там? Это там даже водолазы были. И моржи, и водолазы. Вы видели это? Вы это просто-напросто видели, ребят. Реально, реально круто. Классно. Мне очень понравилось. Так. А ну, отойди, чувачок. О, все, я морских котиков теперь съедаю, ребята. Или морж, кто это? Я даже не разберу. Так, морские котики, наверное. Посмотрите, какие, как они плачут, ребята. Вот это да. Ого, даже буйок съели, ребят. Мы буйки посъедали, ребята. Теперь вода... Ой, водолазов тоже съели. Теперь люди не знают, куда плыть. Реально, ого, нападение на человечество, ребята. Нападение на людей. Вот эта там касатка большая за мной гонится, ребят. Ого, рыба-меч, ребята. Только посмотрите, как рыбу-меч мы с легкостью съедаем. И скоро, наверное, съедим касатку, ребят. Ой-ой-ой, она еще кусается. Но скоро, я уже думаю, совсем скоро мы уже сможем ее съесть. Пока что ей давайте не будем на глаза попадаться. Ой-ой-ой, кусючка какая, а. Но мы практически уже ее, ребяточки, сейчас проглотим. Посмотрите, какие мы большие. Все, ребята, отличненько. Мы съели касатку. И таким образом мы с вами прошли этот уровень, дорогие друзья. И переходим на шестой. Так, и что это у нас? Я не понимаю, что мне делать. А, ребят, мы сразу большие здесь, видите? Давай. Начнем с буйков, ребята. А там посмотрим. Все, ребята, мы научились кушать некоторые лодки с девочками. Вот байдарки маленькие. Но скоро, я думаю, мы все научимся есть. И будем, ребяточки, просто крутыми чувачками, которые смогут все съесть. Так, дна тут нету, я так понял. Тут сильно глубоко, ребят. О, все, ребята. Посмотрите, я всех съедаю. Ха-ха. Вот это да, вот это отлично. Отличненько, просто супер, ребятки. Так, ну что ж, переходим на седьмой уровень, дорогие друзья. И здесь у нас что? А здесь у нас буквально следующее, ребят. Надо нам кушать вот этот мох, который растет на камнях под водой. Да, я так понял, да, ребята. Ничего, сейчас я научусь кушать и стану уже большим, ребята. Ого, ребята, только посмотрите, что я ем. Ням-ням-ням-ням-ням, вот это да.
Вау, вот это круто. Вот это да, вот это классно. Так, ребяточки, раз, два, три, шесть, семь, восьмой уровень у нас. Погнали. Так, и здесь мы начинаем, ребяточки, собирать опять мусор с дна реки. Это... Вау, мы поломали кладку чуваку, ребятки. Как он теперь будет ловить рыбу, я не знаю. Так, ну что ж, мы, собственно, уже никак, потому что всю рыбу в озере мы сейчас съедим. И останется он без рыбы. Ребят, мы даже ведро его съели. Вот это мы напакостили, ребят, вы видели? Даже съели все, что здесь только можно. И даже рыбака съели, ребята. И даже кладку съели. Вот это да. Осталось еще одну съесть кладку и все. Все отличненько, дорогие друзья. Все мы съели на озере, что только там, так сказать, было. Ну что ж, ребятки, 9 уровень. Погнали. Нам говорят, что идти сюда. О, это краби. Ребята, это крабики такие вот прикольные. Довольно прикольные крабики. Давайте их вот так вот посъедаем. Ням-ням-ням-ням-ням-ням, отлично. Вот это да. Так, неплохо, неплохо. Ну что, когда я уже вырасту большим, дайте мне больше крабиков. Хочу больше крабиков. Разработчики, дайте мне больше крабиков, пожалуйста. А то очень неудобно собирать этих малышей. Я уже довольно-таки большой и хочу, чтобы крабиков у меня было намного больше. О, все, ребята, нам дали больше места. Теперь мы с вами можем ловить их в два раза быстрее. Смотрите, где. Отлично, круто. Ням-ням-ням-ням-ням. Вот это да. С такой огромной скоростью, ребятки, мы проходим эту игру. А также кушаем вот это все. Вот что это просто, ребятки, замечательно. Так, неплохо. Отлично, отлично. Просто супер. Так, ну что ж, довольно-таки неплохо. Так, ну что ж, дорогие друзья, сейчас уже мы, наверное, должны пройти этот уровень. Как-то не особо он мне нравится, потому что здесь... собирать крабы, и ничего больше такого не происходит здесь особенного. Все, пособирали крабы. Все, ребяточки, отличненько. Прошли 9 уровень и переходим к 10 уровню, ребятки. Так, ну что ж, будем в каждом эпизоде, ребятки, проходить по 10 уровней. Я думаю, будет нормально. Так, ну что ж, давай, давай, давай. С чего-то начнем мы. Начнем, наверное, с крышек от пива. Вот они на дне валяются. Все, теперь начнем с крабиков. Теперь вот этих, ребята, креветок. Мы с вами и начнем наш путь. О, ням-ням-ням, как вкусно, говорит рыбка. Так, где же их, чтобы много было? О, ребят, я уже на дне собираю какие-то ракушки, наверное. Довольно неплохо. Ох, ням-ням-ням, как вкусно. Как же вкусно, ребята. Только посмотрите, как вкусно, ням-ням-ням. Ого, вот это да, и даже уток съели мы. Классно. Ой, крабов уже съедаем. Вы представляете, мы съедаем уже больших крабов. Ого, и даже съедаем эти, ребята, траву на дне. Вы только посмотрите. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот это да, вот это мы с вами огромнейшая рыбина вообще, ребяточки, в океане. Так, ну что ж, дорогие друзья, будем проходить по 10 уровней в каждом эпизоде. На этом эпизод заканчивается, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал Funny Games, ставьте пальчики вверх, дорогие друзья. С вами был, как всегда, Юра. Пока-пока, ребята, в следующих выпусках.